За прошлый год на нужды уличного освещения Солигорск израсходовал 1 миллион 753 тысячи киловатт электроэнергии. Еще 437 тысяч киловатт потратили Старобин и Красная Слобода. Потребление света растет, отмечают коммунальщики. Если в июне прошлого года на нужды освещения ушло 86 тысяч киловатт, то в первом летнем месяце 2018-го уже 102 тысячи. Город расширяется. Солигорску пора задуматься об экономии, но не в ущерб комфорту жителей. Эффективным решением станет переход на современное светодиодное освещение. Преимущества таких ламп горожане уже могут оценить, прогуляясь поздним вечером, к примеру, по набережной. Красиво, удобно, еще и весьма эффективно. Обычные лампы накаливания не выдерживают конкуренции. Светодиодные выгодно отличаются длительным сроком службы, не требуют специальной утилизации, так как не содержат ртути, потребляют в 4 раза меньше электроэнергии. Ну и, наконец, то, что обязательно оценят прохожие, света дают гораздо больше. На такое современное и эффективное освещение Солигорск будет переходить поэтапно. Светодиодные лампы уже используют на вновь реконструируемых улицах, освещают они многие пешеходные переходы, а к юбилею Солигорска светодиодные фонари загорятся по всей улице Заслонова. Там заменят сразу 100 ламп, причем без дополнительной нагрузки на бюджет. Производитель готов подождать реальной экономии. Нашли довольно интересное предложение от ряда предприятий. Они готовы поставить оборудование светодиодное. Светодиодное оборудование, естественно, менее энергопотребляющее. То есть я буду экономить деньги на электроэнергии. И вот просчитали мои специалисты сумму экономии. И поставщики готовы поставить оборудование бесплатно, с учетом, что я потом с ними буду рассчитываться за счет этой экономии в период окупаемости. Коммунальщики подсчитали, за год эксплуатации светодиодных ламп только на одной улице Заслонова удастся сэкономить свыше 58 тысяч киловатт электроэнергии. Постепенно по такой схеме планируют заменить все городское освещение. С участием специалистов Мингорсвета была разработана концепция наружной подсветки Солигорска. Сейчас готовится проект на очередной этап работ. Следующая на очереди – улица Ленина.